Подождите, я разговариваю по стаканчику для кофе. Серьезно? Так, ладно, я тебя перезаварю, а то мы шоу снимаем. Все, жди меня вечером, я тебя буду жарить, а потом варить. Здравствуйте. Ой, хочу чаю. Чая кипяченого? Да, зеленый с манго. А, вы дальше слов не знаете. Ну ладно, сделаю тогда зеленый с манго. Окей. Конец дня, если вы понимаете, о чем я. Ну да, понимаю. Капец, кипяток. Скоро домой. Руки обжег. Подождите, он в воздухе завис. Вы про мой аванс или про этот капец горячий стаканчик? Вы не подумайте. Но я отвечаю на пацана, что я только что видел, как этот стаканчик подвис в воздухе. Чего? Да, я понимаю, что это звучит как... Брат, мамой клянусь, пока ты наливал, стаканчик в воздухе висел. Да, верно, я наливал кипяток, и он обжег пальцы, поэтому я взял подставку. А, ну да, конечно, это все объясняет. Да, я руки обжег. Серьезно?